Привет, друзья! С вами Верховный Отец Вселенной. Сегодня я буду изучать этот лес. Слева от меня осинник. Справа от меня дубрава. Удастся ли мне найти сегодня что-то интересное? Увидим позже. Друзья, нашел скворечник. Только вот у него нет дна. Старый скворечник. Нашел нору. Возможно, она уже заброшена. Интересно, кто ее вырыл? Я нашел небольшую сосновую посадку. Это нетипично для этих мест. Друзья, Верховный Отец нашел себе неплохое место для отдыха. Сейчас надо немного отдохнуть. Друзья, даже Верховному Отцу Вселенной надо иногда отдыхать. Подтянет. Друзья, видно, что сосны горели. Одна рогаткой растет. Были бы ели, уже померли. Ели гарь не любят. Сосны могут пережить. Так как здесь молодая посадка, может расти сосна и рогатка. Иду по дубраве. Просто гуляю.
пиздец, а там наберу. Друзья, я, кажется, нашел то, что искал. Много тримецеса разноцветных. Друзья, я думаю, это именно он. Тримецис разноцветный. Смотрите, здесь одного цвета. Здесь уже другого. Какой красивый. Да? Я его возьму отсюда. Смотрите, еще здесь. Я возьму нормально так, 5. Все я, конечно, брать не буду. Смотрите, какой красивый. Это белые, похоже, споры его. Трубчатый гименофор. Маленькие трубочки там. Если видно будет. Друзья, и как вам? Смотрите, он как переливается. Если камера это улавливает. Друзья, а как вам будут грибы под микроскопом? Ага. Вам будет интересно? Вот здесь он позеленее. Он может иметь самые разнообразные цвета. Именно фор трубчатый, я уже говорил. Только снаружи цвет другой. Да, снизу много спор на грибах. Сверху такого нет. Какой красивый. Какие крупные грибы. Смотрите. Друзья, я не могу удержаться. Это дело надо отметить. Выпью за себя. Потянет. Неплохо.
неплохо. Хорошо. Друзья, Верховный Отец Вселенной нашел трутовик ложный дубовый. Посмотрите, там уже муравьи обживаются. Ну, он уже весь в трещинах, видно, что все, он уже не гожий. Здесь еще один. Они растут на поваленном дубе. Ну, уже не растут, уже все, они мертвые. Трутовик ложный, дубовый. Хотя, может, и не ложный. И все. Неплохо так сохранился. Друзья, вот, какие-то взбешенные муравьи облюбовали пенек, как они здесь ползают и падают с него, просто шелест стоит, я не знаю, будет вам слышно? Выкорчеванный пень. Много муравьев. Чем-то он им понравился. Наверное, здесь их домик. Друзья, нашел еще трутовичок. Рядом щелелистник обыкновенный растет. А это, если я не ошибаюсь, друзья, Трамицес полосистый. Или бархатистый. Трубчатый гименофор. На ощупь похож на бархат. Он опять там что-то в угол. Чья-то нора похожа. Так, друзья, время спускаться. Так.
Интересно, иду по. Цветочек растет. Теперь время подниматься. Трутовики на мертвом дубе. Похоже, они его и убили. Вот этот молоденький. Еще один яд. Обойти его никак. Долго. Пойдем. Спуститься получилось. Сейчас пойду вверх. Ну, поснимать не получится. Друзья, нашел еще тарамицес разноцветный. Смотрите, сколько. Хороший улов. Старое дерево. В нем столько грибов. Даже в одном месте цвета значительно отличаются. Друзья,
Вот и змея, гадюка. Черная. Спокойно сидит. Можно ее подразнить, конечно. А, ей уже что-то не нравится. Или не будем ее трогать, а, ребят? А как насчет палочки? Нет, змейка спокойная. Она недавно проснулась. Вот весной гадюки самые ядовитые. Посмотрите на ее голову. Только по форме можно ее отличить от ужа. Не говоря уже о оранжевых пятнах. Гадюка совсем не похожа на ужа. Ей не нравится, что мы здесь ее отвлекаем. Гадюка. Красавица. Ну ладно, гадюка. Мы недавно перекусили, так что я не голоден. На этот раз тебе повезло. Ну смотри, подрастешь, в следующий раз можешь стать моим обедом. Такой у меня сегодня улов. Давно хотел найти этот гриб, но все не получалось. Сегодня я его нашел прилично. Взял немножко. Друзья, сегодня хороший день. 25 марта. Мой весенний гриб. Этот Рометес разноцветный. Я его сегодня наконец-то нашел, набрал. Ну что ж, ждем следующих серий. Удачи!